28 ноября в вечернее время на первом километре автодороги Ашита-Гидель житель города Гидель, управляя автомобилем «Нива», по предварительным данным, не обеспечил безопасность дорожного движения и допустил столкновение с автомобилем «Лада». В результате происшествия медицинская помощь оказана водителю «Нивы» 1952 года рождения. Второй случай произошел в селе Кореево 29 ноября. Житель Нефтекамска, управляя автомашиной Volkswagen Golf, совершил наезд на 40-летнего пешехода. Местный житель также обратился за помощью к медикам. Сотрудники госавтоинспекции настоятельно рекомендуют в связи с изменениями погодных условий быть максимально внимательными на дорогах.